Всем привет, с вами Смартин, и сегодня поиграем в игру под названием Mustache Armies. Усатая армия. Я так понял, это новая игра, я просто глазком заглянул на YouTube и посмотрел видео эту игру. Я заметил ее сразу, захотел в нее поиграть. Думал, будет она вам интересна. И вот решил ее тоже заснять. Так. Я так понял, здесь надо убить их всех, да? Так, давайте немного разберемся с управлением. Так. Ага, вот, стрелками, да-да-да-да. А, стрелять? Все понятно. Левую кнопку мыши. Воу-воу-воу. Полегче, полегче. Чего вы такие ебаны? Да. Да тихо. Чё так простенько как-то? Ну, первые вот эти вообще простые. Тихо-тихо-тихо-тихо. Пяу, пью, пью. Озвучка просто здесь вообще капец. Да фак. Минус, минус. Давай, давай. Тихо. А, ну это вообще изи. Вот так вот просто сдалека стрелять. Минус. Спокойно. Бау, 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 бау. Минус. Давай, 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 давай. Стреляй. Минус, минус. Тихо. Да, чё-то. Ну, обязательно. О, с катаной. А-а-а, напролом. Не, ну чё, им прикольно играть? Ну-ка, давайте подождём. Побежал, смотрите, самурай. Ну чё, давай вот этот вот усатый, давай. Чё он стоит? Нападай. Ладно, пофигу. Плохо. Давайте ещё вот этого возьмём. Нападайте, нападайте, нападайте. Оу. Фига себе. Минус. Нападайте, нападайте, ребята. Конечно. О, о, вот это четко. Погнали! Вот он мощь, жердяй такой мощный. Давай, давай. Давай, давай, давай. Вот этих, вот этих, вот давай, 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 давай. Ой. Да блин. На тиракине эти вот гранатомет. Слишком мощные. Давай, давайте, ребята, нападайте, нападайте. Давайте стоим за родину усатую, давайте. Бум-бум-бум-бум-бум. Я не умею комментировать просто. Говорю, бум-бум-бум, всякие звуки издаю, и все, тупые какие-то. И все. Комментатор из меня никудышный. А. Да, блин, мне нужен самурай, самурай. Опа. Так, самурай. То есть убейте их сначала всех. Давайте, ребята, убейте их. Вот эти вот еще стоят. Ну, давайте, ну. Тихо, тихо. Так, убейте вот этих вот сначала. Тех верхних, верхних, двоих. Двоих только.
я ракетничка вот эту вот убью. Ракетного чувака. Давай, давай, давай. Фак. Ооо, а ты кто такой? А, понятно. Нифига себе. Ты что, гранатами кидает? Нифига не отлетает. Типа, того надо беречь, это он недешево стоит, одна. Давайте, убейте этого гранатометчика, давайте. Где мой самурай? Вот он. Давай, иди кокни его. Давай, 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 давай. Пошел, пошел, давай. Пошел, пошел. Бум. Капец, я кашу, однако. Фак. Ладно, еще одно. Пошел, пошел, пошел. Бум. Что это вылезло? Ладно, пофиг. Все время что-то вылазит. Всякая фигня какая-то. Давай, давай, в атаку за родину, ура. Бум. Да какой же я косой. На высшем уровне. Нападаем, нападаем. А. Тихо, тихо. Да не подыхай. Не надо подыхать. Я когда-нибудь дойду до туда или нет? Ладно, я постою, в принципе, тут я не хочу. Но все там, а я здесь постою. Помогу немножечко, бомбану. Вот это у меня армия. Куда я пошел? Куда ты идешь? Нападайте, нападайте. Давай, давай. Нападайте, убивайте их. Что это? Что происходит? Издевайтесь просто. Бум, бум. За родину! Нет, я ухожу нафиг отсюда. Вы убейте их. Ну что такие? Что такие долги? Давайте. Нападайте за родину. Круто. Ладно, давайте вот этого возьмем. За Орду! Давайте за эту чёрт. Пью, 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 пью. Воу. Ладно. Коматек. Давайте, ребята, я должен. Не надо затягивать на все и это. Давай, все, что вы такие медленные. Все, нападаем, нападаем. Всякие Ольги там. Вы серьезно, что ли? Хватит. Петя быстро сдох. Плохо все, плохо, плохо. Еху! Это надолго, это я вам отвечаю, это надолго. Тихо, не дохни. Да что они так быстро дохнут? Быстрее! Нападайте. Блин, короче, ребята, давайте заново начну. Сейчас я паузу сделаю и армию свою поменяю. Ладно? Так, ребята, я вроде нормальную такую армию создал, такую тактику я уже сделал. Так, гранатометчик я уже уничтожил. Остался еще один гранатометчик, и все.
Ну, там вроде они должны быть еще, но... Пока у меня все нормально идет. Как вы видите. Но кто-то там еще, я вижу, ракеты пуляет. Мне это бесит. А, вот он. А там еще и танк! Круто. Давайте, ребята. Не расслабляемся. Так, ракетник. Этого. Гранатометчика убейте, самурай. Да, вроде же убили его. Так, теперь спокойненько надо. Их кокнуть. Так. Спокойно. Так. О-о-о, у меня теперь тоже гранатометчик, наконец-то. Как я это слышу от вас. Это звучка, конечно, топовая раза. Изи катка. Рогрин, ты меч что уничтожил, да? Воу! Что это было? Ну. Во. Теперь танк. Воу, мне тебе против вертолета еще сражаться. Давай. Сразимся, вертолет. А че я по нему не попадаю? Подай! Да, он ко мне приближается. Медленно, но верно. Тихо, тихо, там. Блин, это плохие дела. Кто еще там? Еще и робот. О, танк, круто. Все, ребята, у нас есть танк, все, всем конец. А как? А, все, понял. Ну, как? Все, понял. А как передвигаться? Стойте. Все. Бум. Все, у нас есть танк, все, всем конец. Так, надо вертолет кокнуть. Тихо. Вертолет кокаем. Давай, 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 давай. Там еще робот идет ко мне. Спокойно, спокойно, спокойно. Все, теперь робота. Давай, робота. О, нет, 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 танк. Давайте мне еще одну танк. Все, у нас теперь два танка. За родину! Ура! Так, прыгать жалко не могу. Я представляю, прыгающий танк. Может, это топ. Танк, где ты там? Иди сюда. Едешь? Поехали. Давай ты первый. Ой, как хорошо, в принципе, так ты все идет. Бум-бум. Давай. Минус танк, сделай, минус танк. Хорошо. Вот так вот. Тихо, вот так. Да, минус вертолет, давай. Ну ладно, давай ты добей. Не, подожду. Все, добил. Воу, тихо. Давай, на робота, на робота. В смысле? Мы же должны были бы добить.
Блин, я видимо, слишком сильно поспешил. Воу, что у нас теперь целых три танка. Все, всем хуйня. Давай. Потом дальше же робот у нас будет идти, да? Робот это зверь. Давай. Ну, дорого, наверное, там стоит, да? Я не помню точно, сколько он стоит. Точнее, я даже не помню, не то, что не помню, я даже не смотрел. Давай. Давайте, добивайтесь этот вертолет, погано. Ну, вертолет, давайте, два танка, давайте. Чё, ну? А ты что стоишь? Чё стоишь? Снаряды плохо летают. Всё, погнали, чё? Ну, добить должны были. Всё, за родину, ура. Тихо. О. Давайте его кокнем, кокаем. Всё, минус робот, чётко. Где минус танк? А, еще вертолет же у нас есть. Все, у нас теперь есть вертолет. Так, на нем. Ага. Четко просто все. Это победа. Ребята. Так, хорошо, все идет. Давай. Тихо. Такое. А, кокните вертолет, пожалуйста. А то наш кокнется. Давайте, убейте. Все. Воу. Полегче, ребята. Полегче, тихо! Вертолет живи. Так, минус танк. Взлетай. Кого? А вот тебя давай. Все. Где? А вот. Я уже в своей армии запутался. Давайте, ребята, я верю в вас. За родину! Ура! За матушку Россию! У-ху! Да за все страны! Давай! Елки-палки! Давай! Вертолет, сколько всех, ну! Танки ползут! Давай! Во! Вертолет уже доступен! Там всех, я здесь постою, пока не так. Ну, хотя популяю, чё. Не труд. Так, всё, минус вертолет. Так, минус робот и танк. Так, эти тоже минус. Давай, минус танк. Минус этот вертолет. Давайте. Чё, вертолет даже не добили? Давай. Давай. Ну чё ты? Все. Еще один, вы серьезно? Сколько можно вперед опять? А, он уже покоцанный. Так, давайте еще один минус вертолет. Он, кстати, мне уже вроде робот уже доступен. Нет? Или это только в моих мечтах он доступен? Да попади! О, ну хотя бы робот доступен. Все, берем робота и поехали. Воу!
Четко. Все, изи победа, ребята. Вот это робот, конечно, да. А, прыгать не могу, да? Давай, убей. Робот, убей робота. Да убейте вы его. Сколько можно? Все. Теперь минус танк. Так, теперь вертолет. Да. Все, звук такой неприятный, ну пусть. Робот, живи! О, это скорострельность. Еще один робот. Не, ну это все. Это было понятно, конечно. Ну ладно. Так, вертолет взлетел. Давай, давай, лети. Просто тупо мимо всех прилетает. Зря это сделал. Тихо. Ладно. Ну что, давайте подождем, пока робот вперед пойдет. Мы уже должны, наверное, на этом победить. Либо нам нужен второй робот. О, как робот побежал, да? Че, ничего, все? Нет? Давайте, ребята, нападайте. Давай. Нападай. Робот, не с этого робота. Все, минус робот, все, погнали. Давай, робот. Я за тобой. Да, минусу этого танка, вертолет. Давай. Ой, какого фига я роняюсь? Все, минус вертолет. Давай. Еще чуть-чуть не хватило до робота. Так, давайте вот этого копнем. И тебе будем брать робота. Все. Робот, давай, ты первый побежал. Я за тобой. Давай. Четко, этот вертолет сверху полетел. А зачем так сделал вообще сильно? Жалко, мне осталось. Ну ладно, зато победа за нами. Все, это точно победа. Надеюсь, не надо будет третьего робота еще делать. Победим, будем на этом заканчивать. Хотя, в принципе, если мы победим, то все, игра окончена, все. Жалко, еще уровней нету. Вообще игра классная, мне нравится. Было бы прикольно. Ой, Роба, давай ты первый. Это я не хочу как-то, знаешь, умирать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Унск, бейба. Унск, е. Смотрите, как зажигает мой робот. Смотрите, оп, вот так вот. О, пошел. Давай, не ссы. За родину! Давай. Еще один робот, ты серьезно, что ли?
Там еще пушка какая-то огромная. Что за нафиг? Почти же. Все, вот это точно последний робот. Я вам отвечаю. Все, и все, это мы победили. Капец, тут мясо. Просто поглядите, какое здесь мясо просто. Мне просто капец. Три робота такие идут. Вы куда вы пошли? Я что, вперед и не что-то? Давайте вы. Давайте. Вертолет, ты куда? А, все, минус вертолет. А, нет, он еще живой. Давайте, нападайте. Не писюкайте. Давайте, минус танк. Вот этих вот минусует. Ну минус делайте! Давайте, не отставайте! Что вот эти цикло, а? Зачем он так добрага? О! Как я кручу! Вот эти, опа! Прикольный робот, нет такие. О, пришел такой с роботом магаз такой. А можно мне, пожалуйста, деньги? 95-го. Все-таки девушка. О, он же богат! А в атаку. Уходим. Это робот будет жить. Все. Неужели четвертого робота надо? Я не хочу. Но блин, ну сколько можно-то? О, да уже видео дофигища затянулось. Придется вырезать. Давай, нападаем, ребята, давайте. Не сможем. Просто тупо на пролом идем. Давайте. Все, минус робот. Минус танк. Давай. Вертолет, кокните вертолет. Вертолет. Давай. Еще. Давайте, ребята, роботы, нападайте. Иди там убейте вот эту пушку, покоцайте, я приду и добью. Один штанг. Роботы пошли. Давайте, убейте робота. Все, знаменательный момент. Давай. И... Да. Ну все, ребята. Мы прошли эту игру. Мы очень долго ее проходили. Я хочу вам сказать то, что... Хочу вас поблагодарить за просмотр. Всем спасибо. То, что... И спасибо вам еще раз за 100 подписчиков. Уже не 100, там вроде уже 114, 116, я не помню. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, огромные лайки, синие такие. Подписывайтесь на канал, такая красненькая кнопочка такая, подписаться там белыми буковками. Всем удачи и всем пока!